Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 28 июля – это безумный день, который все перевернет. В сегодняшнем видео вы узнаете, что эти сутки вам принесут. 28 июля – в этот день все будет немного не в себе. Этот день, словно зеркальная поверхность, отражает человеческую сущность. Именно сегодня все сказанное другими о вас максимально правдоподобно. Не стоит обижаться на тех, кто говорит о ваших недочетах. Вместо этого прислушайтесь и проанализируйте эту информацию. Если кто-то вас хвалит, то не сочтите их слова за лесть, а подумайте о том, а как стать еще лучше. Символом этого дня считается зеркало. Что принесут вам эти сутки? Это то самое время, когда преобладает пассивная энергия. Чрезмерное расслабление грозит тем, что вы можете попасть под чье-то влияние. Причем влияние это может быть отрицательным. Велик шанс быть обманутым. Но стоит отметить, что сегодня люди бессознательно подводят друг друга, лицемерят и плетут интриги. Сегодня многократно увеличивается возможность грехопадения. Постарайтесь избежать этого, адекватно оценивая себя и свои способности. Если этого не сделать, то можно ощутить одиночество и обделенность. Многие в этот день мучаются кошмарами, страхами и нарастающей тревогой. Но этот день не так уж и плох для тех, кто сдержан и сохраняет здравый рассудок. Тот, кто умеет держать в руках эмоции и способен объективно оценивать себя и других людей. По кармическому календарю, поскольку символом этого дня является зеркало, то все прошлые поступки как бы зеркально отразят все сегодня. Если вы до этого причинили зло, то сегодня оно вернется вам. Также и добрые дела. Если вы недостаточно работали до сегодняшнего дня, ленились, то сегодня придется пожинать плоды такого поведения. Но это не является последствием кармы, а только ее символы. Отражение не наказывает вас, а указывает на слабые места, туда, где нужно поработать. Ваша задача в этот день – правильно понять эти подсказки звезд и сделать верные выводы. Нельзя в этот день начинать выяснение отношений, это закончится не лучшим образом для вас. Также не проявляйте эгоизм, это повлечет потери. Может быть, потери уважения, а возможно и работы. Постарайтесь помнить о том, что в этот день все люди немного не в себе, и будьте максимально терпимы к недостаткам других. И эти лунные сутки – это то самое время, когда дела будут делаться легко и непринужденно. Но лучше отдавать предпочтение менее важным делам – монотонно. Переговоры, финансовые операции стоит отложить на более поздний срок. Также возможно получение неожиданных известий. А вот место работы в этот день менять категорически не стоит, поскольку любое начинание сегодня будет неудачным для вас. И этот день очень хорошо позволяет сделать так, чтобы вы полностью в своей жизни избавились от безденежья и от своей беды. И делайте это совершенно легко и просто. Берем любую монетку из своего кошелька. После, когда вы взяли свою монетку, вы должны выйти на улицу и уйти в безлюдное место, желательно, где меньше ходит народу. Достаточно просто в любое место бросить монетку и при этом сказать такие слова: «От беды и безденежья я избавляюсь. За мной беда ходила, да в землю угодила. Высшие силы в помощь призываю, благополучием себя заряжаю. Да будет так». Вот эти слова вам нужно сказать 3 раза, и все. И после этого вы уходите по своим делам. И вот в такой день он очень хорошо позволяет полностью избавиться от беды и сделать так, чтобы в вашей жизни ушло безденежье. А также в этот день вы можете поставить защиту на свой дом, а делается это тоже совершенно просто. В течение всего дня вам нужно просто окропить свой порог дома внутри квартиры. И вот когда вы будете окроплять свой порог, вы должны сказать такие слова: «Пусть мой дом клевета и зависть покидает, людская злоба мой дом оставляет, защиту мощную мой дом обретает, и счастье его ожидает. Да будет так». Вот эти слова вам нужно сказать 1 раз, когда будете окроплять свой порог, и все. И вот такой день очень хорошо позволяет все исправить и изменить в вашей жизни.